А в мэрии уверяют, муниципальная техника не должна была работать сегодня утром. По регламенту, который сами чиновники и разработали, в ночное дежурство вышло только несколько единиц техники. Остальные 450 машин продолжают переоснащать к зиме. В мэрии признаются, этого количества не хватает. Чтобы справиться с будущими снегопадами, нужно как минимум вдвое больше. Если учитывать, что автомобили постоянно ломаются, только сейчас на ремонте 50 машин, нехватка спецтехники становится критической. Состояние коммунальной техники, сами видим, не совсем она новая. За основу она сроки амортизационно все прошли. У нас есть автомобили, которые год выпуска 64-й, 70-й, 80-й. По несколько уже периодов амортизационных прошли. Но есть процентов 20-25 той техники, которую мы получали последние 10 лет.